Помощнее, безусловно, Гарсия выглядит. Леди Тапа слегка опасается свою оппонентку. И вот сейчас справа, слева пробивает. Еще раз слева, хорошо. Поплыла Габи Гарсия. Леди Тапа пытается добить соперницу. Точное попадание слева в челюсть было. Дикий взгляд совершенно у Гарсии. Да, поединок обещал быть вроде как скоротичным, но в другую сторону его зовет к себе. Но дело в том, что играть на публику — это вообще родная стихия Леди Тапы. Безусловно, она боец. Будет биться до последнего. Об этом говорит и татуировка на ее руке, чисто танганская. Кстати, никакого отношения именно к миру регби она не имеет. Хотя регбисты танганские тоже известны на весь мир. И вот сейчас уже работает Гарсия. И все-таки Тапа близка к сенсации. Пауза, и выцеливает так издалека. Безусловно, преимущество в антропометрических данных у Гарсии просто зашкаливающее. И в длине рук, и в росте в целом. Во всем есть преимущество. А вот вопрос функционала остается открытым. Здорово попадает Гарсия. Похоже, пришла она в себя после того удара слева. И не переходит в борьбу. Что удивительно. Вновь заряжается на левый боковой. Может быть, прямой. Леди Тапа. И опасается сближаться с соперницей. И тут серия из попаданий в исполнении Гарсии. Два раза справа, один раз слева. И продолжается атака. И похоже, в смятении находится Тапа, но выходит из сложнейшей ситуации. А вот динамита у Габи не так много. И серийная она действует. Да, полностью оправилась она от того левого. И вообще приходилось ей, конечно же, за свою спортивную карьеру менять рисунок боя и рисунок поединка по его ходу. Но здесь она взяла себя в руки. Еще одно попадание. Здорово! Практически бэкфист, но обратной стороной ладони наносится удар. И на канвасе оказывается Леди Тапа. Идет серия добивающих ударов. Сейчас судья, скорее всего, вмешается. Все, поединок закончен. Чудо не случилось, хотя Леди Тапа была близка. Не успела она добить. А Габи Гарсия прибавляла, прибавляла. И все-таки...